Христос посреди нас, мои родные, любимые христолюбцы, все братцы и сестры во Христе, всему роду избранному, народу святому Божьему, царственному священству, людям, взятым в удел, всем желаю радоваться и веселиться в Господе, всем желаю возрастания в благости и познании Господа нашего Иисуса Христа, сущего над всем и неизменного в Слове Своем благого Творца нашего, который есть любовь, который в последнее время явился во плоти, явно показывал нам свою сущность через дела любви ко всему человечеству, даже до дела крестной жертвенной смерти добровольной. Ну, и в том, что мы убедились, что это имя и сущность именно Бога, явил нам свое воскресение, показав, что Он Бог, имеющий жизнь в самом себе. Христос посреди нас был, есть и будет. А Христос есть Бог, а Бог есть любовь. Так что любовь посреди нас, братья и сестры. Сегодня хотел сейчас записать ролик, а по вопросу, вы знаете, есть такая тема, как экуменизм. То есть единство всех религий. Но на самом деле экуменизм, конечно, может быть разный. Есть такой христианский, так называемый, есть всеобщий религиозный. Ну, всеобщий религиозный экуменизм, на самом деле, люди удивляются, он от начала времен. Во-первых, единство, естественно, для человека, ибо все мы, братья и сестры, по плоти от одной крови дважды, от Адама, от Ноя, как бы, в образе второго раза. И поэтому это на самом деле свойственно человеком. И все правительства, все государства, всех времен и народов все время пытались объединить все религии. Ибо процветающее государство, общество может быть только при единстве. Да? И поэтому любые разногласия, разномыслия, конечно же, высшие власти всегда пытались как-то сократить, уменьшить, а лучше вообще искоренить и оставить какую-то одну идеологию. Поэтому здесь удивительного ничего нету, что все человечество от начала, ибо мы все время разделяемся на какой-либо основе. И на самом деле единство – это, конечно же, от Бога, ибо Господь сказал, да будут все едины, как мы едины. На самом деле в идеале все человечество, ибо мы все созданы Богом, вся земля и все, что ее наполняет. Ну а что конкретно касается христианства и экуменизма, так вы помните прекрасно, опять же, на прощальном ужине Господь, возлежав с 12 учениками, и по сути это можно сказать, в будущем мы можем это с вами рассматривать как вот такое вот в виде 12 всех апостолов, можем с вами видеть все 12, так скажем, какие-нибудь разделения. Ну все эти символы, образы тут, какие-то гадания устраивать я не хочу. Вот. Сакральные какие-нибудь, что это за 12 апостолов, какие-нибудь 12 христианских церквей. Все это ерунда, дело не в этом. Это все любые разделения. Сейчас кого церковью называть, кого не называть, дело вообще не в этом абсолютно, да? Вот. Но смысл очень простой, что Господь молился Отцу Небесному о нас, чтобы мы, конечно же, не разделялись. И вы прекрасно помните, что Господь именно Петру сказал, что когда тот исповедовал Иисуса Христа Сыном Божьим, Господь сказал, что на этом твердом убеждении, не на Петре же он, закопав его в землю, храм построил, а на что на этом убеждении, на этом исповедании Иисуса Христа хотя бы Сыном Божьим, не пророком, не учителем, не мессией даже, а именно Сыном Божьим, хотя хоть и не сразу сущим Творцом, но уже это член Церкви, это и есть Церковь. На этом основании собрание образуется, то есть люди, исповедующие Иисуса Христа Божьим Сыном. Хотя бы так. Господь молился о таких исповедующих сынах Божьих, соответственно, сонаследниках Христа, чтобы мы не разделялись, а были все едины. И вот когда, если вы почитаете, я говорю, послание Павла, вот в том контексте, в той последовательности, какой я вам советовал, там, и к евреям, ибо Господь посылал всегда апостолов, и Павел исполнял, как и все еврейские первые евангелисты, апостолы, эту заповедь, что идти сначала в синагогу, потом, когда их зачастую оттуда пинками выгоняли, они уже шли к язычникам,
отрицаю прах на братьев своих. Так поэтому читать надо сначала евреям, тогда вам все откроется, все эти ложные учения о священстве, о первосвященстве, там все к евреям разложено по полочкам, о жертве, что никаких священств, никакого жертвы уже не приносится, никакого храма. Именно в евреям, в послании к евреям не нынешнее священство, жертва и храмы пытается апостол уничтожить, а даже свои, которые Иеговы были положены, как говорится, как закон поставлены. И именно с ними борется Павел, ну или пусть кому бы не приписывал это послание, но раз оно считается в Писании священным, мы его принимаем. Вот он как раз со своим законным иудейским борется. Он говорит, что и это уже не священство, и ты уже, Каиафа, не первосвященник, все, и нету больше никаких жертв, и нету больше никаких храмов, он говорит. Вы почитайте послание евреев, все это четко разбивается, все, закон умер, все, еврейство отпало, оно никому не нужно, иудаизм этот, все, нет никакого язычества, как точно такая же зеркальное подобие иудейства, это все одно и то же, вопрос просто, какому богу поклонялись в виде культа, истинному или неистинному, а так ничем иудеи от язычников не отличались, кто это, я думаю, что кто с чистым оком это прекрасно понимает, с чистым сердцем, вот. Почитайте к римлянам, это такой переходный этап, это и по сути евреям написано таким противящимся, не веровавшим во Христа, как и послание к Иакову. Петра и римлянам прочитайте, вы увидите, как, знаете, к таким уверовавшим ревнителям закона, ну и сейчас их хватает в современности. И вот уже к Галатам вы поймете вывод Петра, который заканчивает это, что во Христе Иисусе мы не под законом, а под благодатью. Итак, стойте, заканчивает он его выводом. Стойте, итак, вывод. Стойте в свободе, дарованный вам Христос. И не подклоняйтесь снова под иго закона, иго рабства, иго проклятия. Ибо мы ожидаем духом праведности от веры, но во Христе Иисусе нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, ни мужского, ни женского. Но все в Иисусе Христе вера. От праведности, от веры, но вера, действующая любовью. Итак, мы духом водимы, по духу и ходить должны, дух истяжавший. Вот вам эпогей всего учения. И потом читаем к Коринфянам, уже к церкви святых, к новой церкви, которая, так скажем, это людям уже надо читать, которым от закона отвалились. А которые там все бороды бреют по закону, не потому что или не бреют, не потому что ему нравится или не нравится, а потому что по закону так надо. Которые десятины платят, потому что так, а потому что они Бога обкрадывают, если не платят. Там и читать дальше нечего, поэтому они все и разделяются. Потому что они все праведники и живут по закону, гнушаясь всеми там самарянами, которые такие же, по сути, принимают 5 книг Моисея, только не принимают ваше предание. Ну да, пророков тоже, правда, не принимали. И вот всем давай гнушаться. А послание к Коринфянам Павел начинает, и 4 главы так сильно в духе прощального вечера Господа с учениками говорит о том, что кто за вас распялся? Да, слышу, у вас разногласия, все эти разногласия по плоти, по сердцу, иудею языческому и по уму эллинскому, все свое учение. Никаких учений нет, есть Евангелие Божье в любви ко всему на свете. И вот Павел в 4 главах Коринфянам, как он пытается образумить церковь, что нет никаких ни Павловов, ни Кифовов, ни Кариновых, Кифов и Аполосовов никаких. Мы все во Христе. Он говорит, кто за тебя распялся? Я, что ли, Павел или Кифа, что ли, за тебя распялся? В кого ты уверовал? Вот это, конечно, беда. И там 4 главы, перечитайте, как сильно там все затрагивает он разные аспекты вот этого, и ума этого уклоняющегося в эти учения человеческие, и сердце иудея языческого опять уклоняющегося в плоть. Я, может быть, погрешаю во многих вещах, там, я не знаю, язык-то, конечно, прекрасно неправда, воспаляется от гиены, там обижаю этих православных кривославной прозвищем, да. Но я, правда, говорю не только православных, а всех славящих
и Востока, и Запада, непонятно как. Они как две капли воды, они пока внутри своей системы, они как будто не видят, что они одинаковые. Даже протестанты, которые вышли и вляпали, создав другую систему. И все то же самое. У них все таинства, так называемые, православные, католические, стали такой же магией. Ибо они уверены, что дары Бог должен дать. Это не дар, а долг. А там сказано, что дар. Вот я руки возложил, помолился, он крестился, он должен исполниться дара иных языков. Да не сказано, что должен, это дар. И Петр и Павел говорят, что дух-то один и тот же. С чего взяли, что он не принял Духа Святого? Человек, который искренне, сознательно покаялся, принял Христа, решился жить в любви ко всем и каждому. Ко всем, а тем более своим по вере. Кто вам сказал, что он Духа Святого не принял без видимых явных даров? Может, Бог ему вообще никакого дара не дал? Дар один — любви. Он будет ко всем милостивый, добрый, помогать, служить как может. Дар телесный, невидимый плотскому глазу. Но духовный-то разглядится, человек изменился. Не только там по плоти, бросив, допустим, пить, курить там. Действительно, раньше все в себя эгоистничало, а теперь всем своим имением, всей своей жизнью служит ближнему. Делами любви к ближним. Это что, не дар, что ли, Божий? Это что, не изменение природы? Это что, не свидетельство стяжания Духа Святого, рождения свыше человека? Ибо дела его, сами его обличают, что он родился, ибо дела любви — это и есть плоды, древа жизни, которые невозможны без корней, которые отречение от себя и следование за Христом, то есть его силы, в его терпении и сотворение этих добрых дел. Так что у меня просто сердце разрывается от глядя всех этих разделений, от всей этой злобы, ненависти. Люди думают, что они стоят за истину, а, к сожалению, истина там, где любовь. К счастью, конечно, точнее, так скажем, в другом контексте говорю, к сожалению. Для них, к сожалению, окажется. Потому что там будет плач и скрежет зубов от того, что ты боролся-то не за истину, потому что истина — любовь. Все разделения, вы просто гляньте. Я никого не хочу обидеть, ни баптистов, ни пятидесятников, ни православных, ни католиков, ни там самых-самых-самых. И уж не говорят, что вот именно сколько поместных православных пошло. И сирийское, и болгарское, и подболгарское. И друг с другом никто общения не имеет. Даже того, как они называют евхаристического. Это что же за любовь-то? Так все это. То есть получается, у нас уже церковь разделена на и национальную. Ну как так может быть Христова церковь разделена? Те же самые баптисты. Да я не против вас, но вы на себя посмотрите. И понеслось. Баптисты. Евангельские баптисты и баптисты такие. И эти такие. У меня из разных все конфессии знакомые, друзья, братья, сестры, как я их называю, они меня сами называют. Но я не знаю. По-хорошему, конечно, вне системы ты тоже в секторе. Потому что ты вне системы, ты в каком-то секторе. Ты тоже секта, как и все секты. Ты сектор. Но если честно, это опять же мне просто по духу. Я не спорю. Если тебе нужны все эти обряды, ты там смотришь, тебе хорошо от этого, я не знаю, ради Бога, это дело твое. И мне, конечно, отраднее, радостнее и истиннее быть вне системы, считать, что это самый быстрый, короткий и правильный путь к Богу. Потому что все остальное ничего не дает. Уповай на Бога, творя дела любви, все, что от тебя Бог требует. А все эти внешние вещи, мне, допустим, они неестественны, это шоу-программа какая-то. Одно дело, какой-нибудь театр актера, вы там собрались и какую-нибудь для веселья постановку делаете. А когда все это подается под соусом того, что это нужно Богу, я с этим никогда не соглашусь, ибо в Евангелии Господь ничего от человека не требует, ну хоть ты тресни. Апостолы не говорят, что Богу от тебя что-то нужно. Апостолы учат, что Богу от тебя нужно одно – люби ближнего. Поэтому мне на самом деле, да, грех за мной может быть, конечно, я говорю, где-то злословлю, подсмеиваюсь, кого-то это обижает. Это не потому, что там обижают чувства верующих. Господь тоже обижал чувства верующих, когда говорил, что вы, фарисеи, кичитесь своей праведностью, да, что вы, законники, натягиваете на людей бремена неудобносимые, что вы, учителя закона, учите преданием вашим и заповедями заменили заповедь Божью. Господь их обличал.
Так что, поэтому я считаю, что это, конечно, неправильно. Нам надо стремиться к единству. И не укреплять свои традиции. Потому что вот именно новое... Посмотрите на свежие системы, да, те же самые протестантские. Они же по той же самой колее катятся. Они все больше укрепляют свои традиции. Они все больше возносят своих учителей. Они все больше обязаны соблюдать учения и предания своих старцев. Это же просто видно, как система вроде бы начинается, кто выходит из... Ведь их основатели — это такие же внесистемники, как Христос. Но только Христос до смерти своей никакой системы не сотворил. А все системы, кто и внесистемники выходит, они все равно сваливаются в систему. А Господь сказал, экклесия — это собрание свободных людей во Христе. Сегодня мы собрались, завтра мы разошлись. Ничего мы никому не должны, кроме, как Павел говорит, хорошо, взаимной любви. Вот у нас один долг. И это очень важно понимать в жизни-то. Ого, так, ветер прям не дает мне тут. Сегодня очень сильный. Сейчас, минутку. Так что вот так вот, братья и сестры, во Христе, из любой конфессии, из любой традиции. Церковь одна — это люди, взятые в удел. Все исповедующие Иисуса Христа, Сына Божия, все желающие жить хоть как-то по любви. А все остальное — наше учение в голове, которое мы почему-то в своей голове учение выдаем за истину. А истина только Бог. Я говорю, я поэтому ничего не зачитываю, что там зачитывать? Сильно об этом говорит апостол Павел, особенно вообще его послание к Коринфянам, вот эти два, хотя они действительно слеплены, такое ощущение, что из четырех там как минимум, потому что дошли до нас лишь только обрывки каких-то писаний. Там он каких только проблем не касается в церкви, в Коринфе, но уже церкви святых. Послание к евреям, к римлянам, к галатам посвящено все время вот этому противостоянию плоти и духа. Это прям красная линия этих посланий. Я говорю, хорошо, оно заканчивается в Галатам, это его вывод, надо понять. Ну а прежде чем к евреям, перечитайте книгу Деяний или хотя бы сам собор апостольский, там 15 глава или какая. И все вам станет ясно. Конечно, с язычеством боролись все. То, что от культа я всех пытаюсь... Ну, Господь же сказал, внешне все в образах и притчах. Мне кто-то, ой, ну вот это надо. Ну, Господь, Павел говорит, мудрость мы проповедуем среди совершенных. Какая же это мудрость, если Господь идет мимо Самарии, и обычная женщина, можно сказать, блудница, у которой уже шестой муж, и тот ей не муж. И он ей такие высокие вещи рассказывает, что вы будете не в этом храме и не на хоре, а в духе истины поклоняться. Ну, где же тут мудрость среди совершенных? Это она-то совершенная, да ее все грешницы клеймят наверняка. Она что, семинарию или колледж какой-нибудь закончила духовный? Или что она? У ног Гамалиила сидела? Или что? Она знала весь закон? Обычная самарянская женщина, вот именно, как мы видим, по закону, так еще и грешница лютая. И Господь ей такие вещи рассказывает. А о хлебе и о плоти и крови своей он кому говорит? Обычному народу. Господь дает тебе свободу. Хочешь — ходи по плоти, хочешь — ходи по духу. Я то же самое проповедую. Ну, хочешь ты — пожалуйста, ходи. Ну и то, Господь был Бог. И, кстати, это мы в Евангелии от Иоанна видим такую высоту, и как будто вот до Евангелия от Иоанна надо еще добраться. Но это у нас, они все разделенные. Мы читаем, как будто вот возрастай, ну так и есть. Но Господь-то мы видим, это говорил в общем контексте, свободно. На протяжении всего. И кто знает, что такое рост духовный, когда он родился, потом он потихонечку взрастает, действительно, как каждый раз Евангелие, Библия по-новому, какие-то места открываются. Он понимает, что, конечно, существует духовный рост. То, что ты вчера не признавал, отрицал по ребяческому уму, сегодня ты понимаешь, да. И потом ты смотришь на таких же детей или, наоборот, понимаешь, что, наверное, есть и старцы, которые поумнее меня, духовные. Я, наверное, что-то еще не догоняю, раз они уже о чем-то мне таком высоком говорят. Поэтому весь этот экуменизм, разделение может быть только одного.
Христа с Велиаром, то есть христиан от язычников, от иноверных, да, но не от инославных. А то я правильно славлю, я неправильно. Ну, откуда ты знаешь? Бог тебе судья. Как ты славишь-то? Почему ты сам о себе свидетельствуешь? Мы христиане, да, мы одним словом проповедуем Христа распятого. А правильно или неправильно, Павел сказал, я и сам о себе не сужу, а то я православный. Павел о себе не судил, а мы о себе судим. Не судите прежде времени, он сказал, ни о ком. А обучение, да, это же заблуждение чистой воды. Поэтому я просто по Евангелию я вижу, что это зло все. И то по Новому Завету с иноверными-то мы ими не плюемся и не гнушаемся, как евреи и иудеи, что ничего не дало, мы в ветхозаветной истории видим. Бога распяли, можно сказать, в собственном храме, в его же храме. Это ничего, нам Господь сказал, я посылаю вас как овец среди волков, посылаю. Бросайтесь в эту пучину язычников, я очищу вас, ничего вам не повредит. Ни внешнее, ни внутреннее, ни смертоносное, что выпьете, ни духовное вас, что входит, он сказал, ничего не оскверняет, если ты стоишь. Я буду, ты только желай стать в истине, я буду с тобой. Поэтому мы живем среди грешников, народ святой, взятый в удел, род избранный, царственное священство. Мы заквашим этот мир, а не в стайке в святые взбиваемся, гнушаясь всеми неверными. Это уже потом там началось, это все людское. Бог этого не заповедовал. И даже где мы смотрим на книгу Деяний, многое под вопросом стоит, соответствует ли это Евангелию. Не все там так гладко. Я говорю, меня всегда поражало, я не знаю, вы это видите и по-фарисейски к этому относитесь, или как там, я не знаю. Вы помните, как Павел, действительно, ведь 14 лет прошло проповеди, сколько им лет уже? Я, там вот жалко, годов мы не видим, поскольку им было всем. Ну уж Петр с Павлом, наверное, не маленькие дети были-то, когда все это были, все эти события. Пусть им лет там по 35 даже, предположим. Проходит 14 лет, Павел говорит, и то по откровению только от Христа он идет в Иерусалим, чтобы выяснять этот вопрос. Хотя он противостоял этому и так в каждой синагоге, ибо проповедовал, вот что мы хотим узнать, потому что ему вменяют на соборе. Вот ты проповедуешь там, чтобы не обрезывались, не соблюдали закон. Да, он так и проповедовал, почитайте евреям и к римлянам. Именно это он и проповедовал. И более того, он сам галатам пишет собственноручное послание это. Как бы вот свою такую исповедь, свой такой отчет, свое мнение о всей этой жизни, о всей, и говорит о том соборе, вспоминаю. Он говорит, что я лично противостал Петру и всем. Что они принуждают, слово говорит, принуждают соблюдать закон. Ну да, Павел, Петр не принуждал обрезываться. Ладно, не обрезывал он язычников, но закон принуждал соблюдать. Это что ж за откровение свыше-то? Сам крестил сотника, не крестил, а проповедовал. Потом сам рассказывает этот случай. И там в Деяниях рассказывал, когда и Петра упрекали за то, что он стал язычником проповедовать. Он говорит, что это Бог так хочет, что Бог всех, а не иудеев только, и не евреев. Ну да, не евреев, уж тем более не иудеев. Вот. Поэтому не знаю. Я никого не хочу обижать. Но разделение – это плохо. А с иноверными, конечно, никакого единства. Ну как вы будете? Бог, Иисус Христос, настоящий, рожденный свыше, дети Божьи, исповедуют сущим Богом даже, а не пророком. Почему я так вам всегда настаиваю на этом, показываю, что нам Христос – это сущий Бог? Мы исповедуем, что природа бытия – любовь, именно потому, что это природа бытия Христос, Он явил во плоти это имя. Мы бы так и сомневались. Вроде весь мир знает, что надо жить в гармонии любви. И все друг друга убиваем, ненавидим, пожираем, грабим, насилуем, убиваем, оскорбляем, унижаем. А вроде все знают, что где любовь, там счастье. И только, как говорится, не познав свет, который просвещает всякого человека от начала, Павел, говоря так, Иоанн Богослов, и вспоминаем сразу два момента, очень красиво сказанных. Вот Иоанном Богословом и Павлом, который говорит, не познав Бога, через все его благодеяния, осуетившись, да, впали в грехи, то в последнее время вот мы познаем
в Боге, явившемся во плоти. Причем, как оказалось, что мы и правда Его образ и Его подобие. Поэтому только уподоблением Ему мир может быть в счастье. А Он есть абсолютная любовь, Он явил это делом. Не просто даже словами. Он не сидел в пещере и не писал учения. Он ходил и творил дела любви, и этим показывал, что любовь – это деятельность. И деятельность абсолютная, совершенная, всегда неизменная. Все, и вплоть до последнего. Конечно, его никто бы не мог распять. Он добровольно себя отдал, чтобы просто показать, что такое любовь. Любовь вообще готова просто. Она в ад сошла потом за грешниками. Да, я не хочу обижать там эти восточные учения. Но Господь сходил в ад не за праведниками. Петр говорит, за грешниками пошел туда. И, а вот наши толкователи, которых мы пророки и толкователи возвели гробницы, и теперь им следуем. Ну, вы им и следуете. А я Петра читаю, он сказал, что некогда непокорным Господь пошел проповедовать во времена Ноя. Но во времена Ноя это образ, потому что Павел говорит, мы все в Адаме умерли, а во Христе все ожили. Как в Адаме умерли? В Адаме это образ, что тогда в потопе, в образе Адама умерло все человечество. Действительно так. Как Адам это образ всего человечества, и первого человека, и всего, как и Господь, мы в нем все прокляты же. Мы же все, когда он не спал, первый согрешив прародитель, и все мы приняли вот эту страдательную природу, его-то ничего не мучило, природа не вредила ему, животные не обижали, из самого зло не исходило, он не болел, не умирал. И только когда он согрешил, Господь одел на него кожаные ризы, надев на это на все человечество, поэтому и умирал. Поэтому Господь в виде Адама и некогда непокорным, это же образы и символы, опять Петр передает, что это значит, Господь в ад сходит всем непокорявшимся Христу здесь, не принявшим их или кому не было проповедано. Это все те в Адаме, все во времена потопа, он говорит, то есть в последнее время. Это все образы, говорит, которые умерли по плоти духов. Зачем проповедовать, если нет покаяния? Это что, издевка, что ли? Бог что, пошел туда в ад издеваться над грешниками? Но не сказал, что он пошел их журить или насмехаться над ними, проповедовать. И говорит, они некогда умершие по плоти, а жили духом. Значит, они есть возможность покаяния и жить духом. А мы все будем духом жить пока до воскресения. Душа только туда отходит, без всякого тела. Потом будет воскресение. Зачем мне учение человеческое, если я в чистоте сердца читаю апостола Петра, Богом данное ему откровение? Всеми признаваемые. Зачем я буду эти лжеучения принимать? Не хочу я их принимать. Я знаю Евангелие. Я говорю, а получается, да, я должен принадлежать к своей конфессии. А это вопрос для меня очень важный. Бог – любовь. Никого в аду не мучает. Люди сами идут в ад. Но Бог – любовь, Он призывает каждого человека. А не так создал мир, до кого даже Евангелие не долетело. А 2000 лет, где все эти люди? Что, среди язычников не было добрых людей? Бог просвещает всякого человека. Люди Божьи все это понимают, принимают это, понимают, что все это ребяческое воспитание, вся эта избранность еврейского народа – это лишь образы и символы. Ибо, причем более того, это, как он сам сказал, не здоровый имеет нужду во враче, а больные. Тут кичиться нечем, тут плакать надо и нам, христианам. Что мне проповедано, это значит, я буду судиться не только по голосу, логосу в сердце своем, а еще и по бумажке, действительно, которую сам же принял. Господь и сказал, вы веруете в Моисея, вот Моисей будет осуждение. Христианин сам себя еще мало того, что наказывает. Вот я действительно буду еще по бумажке судиться. Но я и не против. Но и действительно буду, раз сам не против. Потому что говорю, что это истина. Сказано не осуждать, не суди никого. Людей. Вот. Поэтому как тут, где тут найти гармонию и грань? Как я могу не проповедовать, что разделение – это зло? Ибо сам Господь так проповедовал. Господь уже не заповедовал ни с кем гнушаться. Это все иудейство. Мы не иудеи, мы не обрезывались, мы не соблюдаем закон. Мы во Христа крестились, во Христа облеклись. Мы под благодатью и проповедуем нового завет в крови Его. Он положил душу за каждого из нас. Он сошел в ад за грешниками проповедовать, исцелять и спасать, чтобы жили духом по Богу.
Вот вам экуменизм-то. Это же все зло, это какая-то ненависть друг к другу. Я говорю, честно, меня только обличает Бог, что я вот эти... Сатана мне в уста мои нечистые от гиены воспаляемые влагает. Я, конечно, каюсь, надо перестать вот это обижать там вот этими прозвищами кривославными. Это, наверное, я неправильно делаю. Потому что от этих подколок ничего хорошего не... Конечно, люди обижаются, я согласен. Вот. Но говорить о том, что разделение – это зло, это, конечно, тут я в истине считаю, читаю Писание, слышу голос Божий в сердце своем. Вот только что. Опять же, культ, плоть и дух. Тут тоже меня сколько пытаются, говорят, вот там кому-то надо. Да я говорю, кому надо, Бог тоже. Но он проповедовал совершенство. К нему приходит Никодим, учитель Израилев, и тот ничего не понимал. Но Бог поэтому не говорил, ну иди, иди дальше. Нет, он пытается ему понять, его лично как бы пытается в сердце ему достучаться. Он говорит, ты учитель Израилев, этого не знаешь, уж что тогда говорить о твоей пастве, ты сам плотяной-то. Все в закон, уперся головой. Ну пытается, он ему не говорит, что да-да, ну ладно, ты вот такой, ты от низших, а я от высших, иди с миром. Да нет, Бог любовь. И я, естественно, проповедую высшие вещи. А как по-другому? И то, одно дело я в общем проповедую, а другое дело в частной беседе. Там я по ситуации, я ни на кого там бремен не накладываю. Кто со мной общается, знает. Я никаких частных советов не даю. Вот так поступай. Нет, если ты просто советуешься, я тебе могу сказать мнение, как мне кажется, я бы, может быть, поступил на твоем месте. Вот и все. Если он мне лично говорит, ну я вот хожу, я говорю, да ходи на здоровье. Но при этом от того, что он завтра опять слышит мою проповедь, что я там против плоти говорю, ну никуда не подел. Я говорю, почитайте Евангелие, а куда деваться-то? Куда мы беседу с Самарянкой? Там идет все Евангелие духом. Я говорю, как видим, это на четвертое написано, так скажем, и стоит четвертое по порядку. Но Господь-то мы видим, что... Он только шел в Иерусалиме, первый круг, можно сказать. Ну, как считается, что он 3,5 года проповедовал. И каждый раз ходил, конечно же, в Иерусалим на Пасху. Каждую Пасху там бичом всех изгонял. И каждую все время учил о духе, а не о плоти. И вот он эту самарянку-то пытается, гляньте, какие ей высокие вещи, говорит, ничего. А по плоти говорит, а о плоти и крови своей. И ничего, люди соблазняются, плотские уходят. Он что, за ними бежит в дорожку? Вот именно, что они и так погибнут-то, или, так скажем, хорошего от этого мало. Чего он им скажет? Ну да, да, живите во грехе или по закону. Нет. Бог пытается сделать человека себе уподобить. Поэтому не нравится тебе слушать о совершенных вещах. Ну, не слушай. Я как будто насильно кому-то проповедую. Сейчас YouTube вообще свобода. Хочешь, подписался, это даже не телевизор, куда ни тыкни, как раньше было, 5 каналов или 3, помню, первое, вообще сколько там было, 2 канала, первый телевизор я еще застал, часто, конечно, сотнями, а YouTube вообще добровольный, вот хороший формат-то. Все, я тебе что, в душу лезу? Не нравится, не слушай. Как не говорить о совершенстве, как не говорить о совершенной жертвенной любви, о совершенном жертвенном уповании? О совершенном единстве во Христе. Я говорю, вы посмотрите на всех системников, на их учения. Я не говорю на людей. Люди там могут быть, конечно же, разные. Я лично никого не сужу, вы знаете, ни в прямом эфире, и если погрешаю в частном даже разговоре, обычно очень сильно каюсь потом. Потому что, конечно, человека я не знаю. И сегодня он так, завтра он действительно пошел выше или, наоборот, еще ниже скатился. Откуда я знаю? Но учение таково. Таково Евангелие вы все прекрасно знаете. Вот. Если что-то непонятно, звоните, я всегда рад общению. Я же говорю, я просто тоже мне не от себячину выдавать за истину. От себячину ты тоже можешь говорить, я с радостью послушаю. Просто когда мне говорят, что это истина в моей голове, в твоей голове истина для тебя, а не для меня. У меня своя истина. На основе Писания можем поискать обоюдную истину. Ну и все. И на этом причем остановиться. Повезло, мы действительно познали истину. Оба одновременно Господь открыл. Хорошо. Обычно возрадовались и возвеселимся. А нет, оставили и все, и в мире разошлись. Пока до времени. Кто-то что-то кому Господь не откроет в свое время. Вот и все.
Тут надо в мире жить. Потому что одно дело Павел говорит, это же вот все в Коринфянах, Павел касается этих вопросов, разномыслия, разногласий. В Галатах он уже заканчивает вот это. Я говорю, вы увидите, как этот плавный, прекрасен перевод, такая последовательность, что с Галатов, вот, вот евреев, римлян, Галатам, Коринфянам, вы увидите, как действительно читается, вы поймете, что это действительно первый, второй, третий, пятый класс, а не так, что мы читаем о десятом. Я согласен, поэтому и хорошо, что Евангелие написано по такому принципу духовного возрастания, это неплохо. Они и послания также стоят, там, Иакова, Петра, Иоанна. Я вам, в принципе, ничего нового не рассказываю. Просто я говорю, действительно, хорошо бы их совместить. Это, знаете, чтение, там, допустим, как я говорю, к евреям Иакова, это как бы диалог. Что говорит Петр, что думает Петр, как он проповедует, как проповедует Иаков. Как проповедует Петр уверовавшим ревнителям закона из евреев, из иудеев. И как проповедует Петр. И как вот вывод, прочитайте Деяния, 15 главу собора, что там говорит Петр и Яков, и прочитайте, как Павел мыслит в Галатах, его вывод о всем этом противостоянии, и вам все откроется. А потом Коринфянам, действительно глубочайшее послание, такой, знаете, список проблем церкви. Просто не по стихам надо читать, не каким по главам. Ну, кто вот, заходите на мой сайт, Христолюб сайт, там Писание есть раздел. Выбирайте, какой вам, что вас интересует, вот Коринфянам. Там я стараюсь выделить, где о пожертвовании говорится. Я так в начале абзаца помечаю. Поэтому делю смысловую, а не по главам, по стихам. А чтобы дочитать момент. Тем более, действительно, послание к Коринфянам лепилось, такое ощущение, из какого-то количества посланий. Поэтому там есть кусками переброшено или прям резко меняется повествование. И ты действительно ничего не вырываешь, оно закончено, читаешь мысль, посвященную определенной теме. Я там и специально для себя, для других, кто ищущих, алчущих, жаждущих правды, делаю, чтобы можно было посмотреть. Вот так вот. Поэтому с экуменизмом, с этим, все очень просто. Христиане, конечно же, должны быть объединены на какой основе? Что Иисус Христос, хотя бы, я говорю, Сын Божий, этот Сын Божий явил нам любовь свою, имя Отца. Ну, по сути, это исповедание Евангелия, как бы ты его ни понимал. Правда, достаточно спросить у человека, ты Евангелие принимаешь в своем современном мире, когда книга каждому доступна, чтобы человек прочитал эту книгу, спросить его, как делали апостолы. Да, веруешь, что Христос Сын Божий? Верую. Желаешь покаяться и творить дела, соответствующие покаянию, изменить свою жизнь на любовь к ближнему, уповая на Бога, долготерпя во всех скорбях, в гонениях, да, готов. Во имя Иисуса Христа крестись и прими дар Святого Духа. Все. В прощение грехов. Вот. Ну, так я, по крайней мере, вижу на основе Писания. А как Павел говорил, а я имею Духа Божьего, да? Вот. Так что вот так, мои родные и любимые. Кого обижал, простите за вот эту конфессиональность. Я, может быть, что-то подредактирую в своих проповедях. Я к самому разделению я отрицательно отношусь. К со всем этим системам, ко всем этим правилам ненужным, обрядам половине ненужных. Я могу заболеть. Свобода во Христе — это высшее, это совершенное. Совершенное мироздание — это единство в свободе по закону любви. Или просто в любви. Но, говорю, любовь невозможна без единства. Это единственная сила, атомная сила. Ну, почему Бог раскрылся в атомной силе мироздания, как говорит Большой Взрыв. И мы теперь сжимаемся в это единство, пытаемся прийти в одну меру возраста Христова и в познание истины. Вот. Любовь, поэтому она, в принципе, формула вроде красивая, я вам говорил, там у одного философа, единство в свободе по закону любви. Но, по сути, надо жить, подвязаться в любви, а, соответственно, это людей сближает, и, соответственно, эта любовь, кто знает, она невозможна без свободы. Насильно мил не будешь, все мы знаем эту хорошую пословицу, поговорку, присказку. Кто знает, что толку, если он из-под палки просто меня любит. Это вся любовь недолго, во-первых. Она как только палка отнимается, отбирается,
или, как это говорит, отводится на секунду, отворачивается, все, нет там никакой любви сразу. Уж не говорят, что если тот перехватит эту палку, как мы знаем, все революции, все перевороты, и все, все наоборот становится. Только добровольное желание блага человеку делает мир, заквашивает, переквашивает и созидает, создает Царство Небесное. И даже здесь, на земле. Вот. Но, к сожалению, у нас есть откровение, что мир придет не к этому устройству, ибо и Христа бы не распяли. Каждое поколение на самом деле сатанинское. Вот. Так что вот так вот. И вы помните ролик мой о том, что мы забыли первую любовь. Вы помните, как ко второй церкви Господь говорит, вот именно, что говорят, что иудеи, то есть ревнители Евангелия, сейчас можно так уже хорошо говорить, комментируя это правильно, истолковывая для современности, говорят, что иудеи, то есть ревнители Евангелия, а сами сборище сатанинское, так и мы с вами. Через несколько лет во Христе, в жизни во Христе, в христианстве мы становимся из грешников, покаявшимися и творящими хоть какие-то дела любви по силе, просто сатанистами, фарисеями, соблюдающими все законы и на самом деле ненавидящие всех вокруг. Да и порой забываем и о делах любви, и упования, вообще обо всем. Я говорю, сборище сатанинское. В это и превратится экклесия. И превратилась, вы знаете, во времена Ветхого Завета, ибо Христа распяли. И, в общем-то, как все, вот вы помните, я вам из Петра зачитывал, из корысти и любостяжания будет улавлять. Чем они занимались? Они же вообще не веровали. Каиафа, оказывается, мы в Деяниях читаем, был саддукей, саддукей неверующий ни в будущую жизнь, соответственно, ни в суд, ни в ангелов. То есть все, умер. Атеист, чистый воды. Кто такие саддукеи? Ну, можно назвать их, как так называют, юмористические религиозные атеисты. Потому что он вроде бы принадлежит даже культу, на самом деле, вроде верит в Бога при жизни, который надо, как Аполлону, принести быка, заколоть, и тебе будет благо. Десятину дал, тебе 100 десятин Господь вернул. Все это какие-то богословия и учения этого, как они называются, процветания, сейчас практикуют во многих таких же секторах или сектах. Это все неправильно. Жить надо во Христе Иисусе. В кучке сбиваться добровольно, никем не гнушаясь. И все там делать по любви и в свободе. Не знаю, я против этого, обязательств всех этих. Это все, мне кажется, по крайней мере, это несовершенный путь. А меня Господь таким сделал. Я никого не сужу и блог веду свой для таких, кому я близок. Я считаю, что этот путь правильный, совершенный, высокий, сыновний, дочерний, как назвать, чада Божьих. Вот. И мне кажется, я сам сейчас счастлив, и другим говорю, будьте счастливы, вот и все. А кто под законом? Кто? Ну, мне кажется, вы сами таких людей видите, они обычно смурные, несчастные, потому что они рабы. Вот. А дети Божьи, они всегда веселятся. Какой родитель будет счастлив, если его ребенок вечно угрюмый, злой, недовольный и голодный, и ногой? И мы только дети Божьи, мы сыты Духом Святым и хлебом небесным, мы как чадо, взрослые дети, упоены его вином, радостью. Мы всегда одеты в его благость, праведность и счастье. Мы всегда защищены, ибо уповаем на него. Мы всегда научены от него, всеми его знаниями. Вот так вот. Ну вот, что касается экуменизма этого. Так что все я сказал. Я говорю, может быть, по поводу единственного, я говорю, вылетают у меня словечки, я буду работать над собой. Ну, а истина-то по поводу экуменизма, все-таки, вы знаете, читайте Писание. Вот. Одно дело обижать человека, тем более в лицо. Да и заочно еще хуже, кстати. Как раз в лицо-то еще ладно. Ты и покаешься перед ним, и видишь, что обидел. А вот мы любим за глаза, там это же вообще страшное дело. Павел на лицо... Да, Петру сказал, лично, при всех свидетелях. А мы готовы заочно обосрать каждого. Это, конечно, беда прям. Ну, вот так вот. Ну, в принципе, все. Ну что, давайте поблагодарим Господа за этот ролик. Я надеюсь, кому-нибудь он принесет пользу, что-то тоже откроется. Надеюсь, Господь всех нас приведет в свое время к познанию истины совершенной. Нет, нету
нету грани совершенства. Все мы возрастаем, надо с миром и любовью друг к другу относиться, с пониманием, что у всех разный духовный возраст. Это просто факт. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Господь мой, Бог наш, сущий над всем Бог, в последнее время пришедший во плоти, явивший любовь свою всеми своими благодеяниями и в последнем благодеянии, в добровольном распятии себя на кресте, открыл имя свое, которое есть любовь, сущность свою, чтобы мы познали ее в жертве твоей и следовали за тобой такими же делами, делами любви к ближнему и упованию на тебя, как ты уповал на Отца Небесного. И чтобы открылись помышления всех людей, которые слышат о воскресении твоем, в котором и явилась вторая твоя природа, природа Божества, и что имя твоя любовь, именно имя Бога, ибо жизнь имеешь в самом себе только ты, Господь наш и Бог наш. Слава тебе, Боже, слава тебе. Спасибо тебе за всю любовь твою. Слава тебе. Ну что, братья и сестры, всех по образу Павла, целованием святым, как-то получается, целованием целую, да? Там он приветствовал. Но я с вами целованием святым прощаюсь. Как он говорил, любите друг друга с нежностью. Поэтому всех крепко-крепко и нежно обнимаю во Христе Иисусе, Господе нашем и Творце. Кому понравился ролик, ставь большой палец вверх. Кому не понравился, все равно ставь палец вверх. Ибо мы христиане и должны любить друг друга. Кто считает полезным для кого-то будет, делитесь роликом. Мои адреса каналчиков наверху, контакты для связи внизу, а полезные ссылочки всегда справа. Всех храни Христос. Пока-пока. До встречи в следующем ролике.